Всем привет, друзья! Меня зовут Оля, и давайте сегодня сделаем пионовидную розу, или как ее еще называют, розы Дэвида Остина. Я уже пробовала делать этот цветок, но результат мне не нравился. Моя роза выходила плоской, мне же хотелось пышную объемную розу. Ну что ж, давайте начинать. Для лепестков я беру размер 3 на 4,5 сантиметра и вырезаю круглую форму лепестка. Сильно его растягиваю. Таких лепесточков нам понадобится 25 штук. Это у нас будет серединка. Для самого цветочка из заготовки размера 4 на 6 сантиметров также вырезаю круглую форму лепестка и выгибаю посередине. Затем подготавливаю чашелистик и листик. Чашелистик размером 5 на 5. Делаю зубчики, подкручиваю вверх и растягиваю посередине. Все подготовили. Теперь приступим к сборке. Для серединки цветочка я склеиваю 5 лепесточков, складывая их друг на друга и склеивая между собой. Затем складываю вдвое и очень сильно растягиваю верхний край. Таким образом у нас получится красивая серединка. Таких заготовок нам понадобится 5 штук. Затем я все склеиваю. Сначала я склеиваю 2 заготовки между собой, нанося клей на половинку заготовки. После этого я вклеиваю шпажку. Затем приклеиваю 3-ю заготовку, 4-ю и 5-ю я вклеиваю, наношу клей с двух сторон и вклеиваю между 3-й и 4-й. Наша серединка готова. Ну и оставшиеся лепестки я приклеиваю по кругу. Каждый следующий лепесток я приклеиваю на половинку предыдущего. Чем больше лепесточков, тем пышнее и объемнее будет ваша роза. Чем меньше лепесточков, тем больше роза будет напоминать бутон, будет похоже больше на бутон. Приклеили все лепестки. Приклеиваем после этого чашелистик. Тейпирую тейп-лентой. Вклеиваю листик. И наша роза готова. Ну, а если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся и нажимай на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока! До новых встреч!